Если ехать далеко-далеко на север от маленького городка Нюрба, что расположен на берегу Вилюя в Якутии, можно приехать прямо к центру Земли, где на огромной территории по соседству с медведями-волками и дикими оленями в маленькой землянке живет один мужичок. Звать его Тимофей Александрович, и поселился он тут более 30 лет тому назад. Есть еще у него два соседа – кот Кутузов и пес Локатор, которые не дают ему скучать. А вообще-то он и не скучает. Его день расписан, ну, практически поминутно. В огромнейших его владениях всегда что-то да и произойдет. То прямо через избушку стая волков оленя погонит, то в 30 километрах от избы кабарга пройдет, то рысь из петли зайца утащит, то горностай Кутузова дразнить начнет. Ну вот каждый день в заботах и хлопотах у него проходит. Ну, ни минуты покоя. Как-то однажды, когда Тимофей Александрович гостил у меня дома, я дал ему маленькую видеокамеру, чтобы он отснял что-нибудь из своей повседневной жизни. Ну, вот сегодня забрал и показываю вам первый отснятый материал. Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Ну и давайте посмотрим, что там Тимофей наснимал на свою камеру. Все, снимай. 1, 2, 3, ну-ка дай тебя. О, стоишь красивый. О, медведь. Теперь хоба. Не хоба. Долго. Долго держать. Тогда хоба. Пойдем. Куда? Куда уже? Пойдем на улицу. Локатор ухо отпустит. Пошли. Тупырка, Тюкина, Тельфина. Далее, Кутузов. Пойдем. На место. Место. А ты, Тима, на место. Я поймать. Вот тут вот ориент, а? Кутузов, пошли домой. Не хочешь, да? Пошли. Пузо. Влезай давай. Ты, Тима, да? Да ты давно, кукошка длина. Ты кукошка длина. Хе-хе-хе, то стоблюхая кишка. Ну иди, иди. У меня обжор тоже. Залез и сразу кончил. Давай, давай, играй, давай. Какашка. Развалил, зажил. Зайца! Какашка! Что там за кишка? Нажался? А? Какая-то карабурбанка. А, блядь! Больно же, ё-моё! Пырцарай! Мышь выйди лови, ебрема бурбика. Там птички! Вау! Чё? Вау! Ты и так меня всего исцарапал, нах. Кордукин, ты не мог.
все, больше не буду. А не буду больше, я моя. Больно же грызешь, дед дрянный корень. Все, больше не буду. Не буду больше, сказал. Отвали. Шел нафиг. Вяу. Мышу иди лови, чурка. Вяу. А! Какашка. Пупурдукая какашка. Иди нафиг. Пупырка, иди. Иди на улицу, мышу лови. Или локатора ухо откуси. Пойдешь? Ну что, спи давай. Такая вот съемка. Ну, оператор от Бога, как говорится. Друзья, до скорых встреч, увидимся. Будьте всегда здоровы и никогда не болейте. До свидания. Ветер и снег переходят в пургу, но вас не потянет ночью в тайгу. Кто в этот час в зимовье возле печки курит при свете маленькой свечки? Думаю его не про шмотки и тачки, а про больную лапу собачки. Он представитель отшельников века, просто устал верить он в человека. Он верит собаке и мыслям своим, себя не предашь, не предашь и других. Просто устал от общения со злом, рядом живет только в мире ином. Отшельник, охотник, хоть как назови, но нет для него иного пути. В пути у кого-то ломается стрелка, и поезд по жизни несет человека. Не нам их судить, каждый выбрал свой путь, только о них попрошу, не забудь. Как заячий след по снегу петляет, он ищет судьбу, находит, теряет, и вновь появляется в жизни азарт, когда он поймает удачу и факт. Кто-то ушел от неверной жены и смотрит на всех как бы со стороны. Кого-то сломала водка и блуд, а всем не расскажешь, тебя не поймут. Не каждый уйдет в изгнание, как скит, и только тайга тайну их сохранит. И он не предатель, и он не изгой, он просто не хочет жизни другой. Вот вы в городах симбиозом живете, и кое-что случилось, на помощь зовете. Электрик, сантехник и скорая тут, в тайге ты один, за порогом не ждут. В тайге за порогом лишь смерть караулит, видим медведя, того не осудят. И экстремальные тут холода, но грустные мысли ты гонишь тогда. В тайге словно в битве, один на один, и кто победит, тот господин. А если ты слаб и в душе не уют, запомни, тебя в этом мире не ждут. Здесь выживет тот, кто духом силен, кто верит в себя и в последний патрон. В минуту напасть и на помощь придет, себя не жалеет, но друга спасет. Живут в необъятной тайге однолюбы, беседуют с ними такие же люди, но любят они этот мир без прикрас. Немножко жалеют отшельники нас, ведь нам не понять буйство красок весной и пение птиц над зеленой тайгой. И они, как и мы, ждут прихода весны, и новая жизнь начнется для них. Вот вы сидите в уюте, в тепле, чай и печенье у вас на столе, ветер и снег переходят в пургу, но вас не потянет ночью.
ночью стоит дым.